погода у нас сегодня хорошая, хорошая. Вы знаете, а у нас ведь всегда такая в Дуралиевке. У нас бывает и летом может снег пойти, вот такие сугробы, и листья пожелтеют весной. А осенью у нас на елках банан начинает расти. Красота! Че, не верите, что ли? Как ты не веришь? Я тебе не поверю. Не верю в Дуралиевке. Так, не работает. Так. Прохор! Чего да? Там скрябаешь? Радио-то оставь его. Да тихо тебе, я радио слушаю вообще-то. Прохор, Прохор. Братюшки! В эфире радио деревни Дуралеевка. Сегодня, рано утром, за лесами, за горами, был замечен неопознанный объект. Серебряные сани, олень в упряжке, а в санях мужчина с белой бородой. По данным гидрометеоцентра, это Дед Мороз. Что? И направляется он прямо к нам, в деревню Дуралеевку. Что, что, что? Это постой, это кто такой Дед Мороз? Ну ты, деревня, Прохор. Эй, ты по что меня стукаешь? И без тебя голова шумит. А нечего обзываться, давай говори-ка мне скорее, кто такой этот Мороз? Лучше у Дед Мороз спроси, они точно знают. Ох, ребятки, ну-ка расскажите-ка Прохору, кто такой этот ваш Дед Мороз? Итак, рассказывайте, кто это? Кто? Ну что, приносит, говорят, Дед Мороз. Волшебник новогодний, самый главный, правда? Так нам, значит, волшебник новогодний приедет. Да хрипина как хорошо, с подарками, с поздравлениями. О, да чего ж хорошо-то? А чего такое? Дед Мороз-то приедет, ну? А у нас деревня-то не убрана, корова не доена. А ты, Прохор, из колодца водицы не натаскал. Чего ж нам делать теперь? Ой, Агриппина, ты вместо того, чтобы нервничать, рисовала бы лучше картины. Смотри, у нас народ-то сколько, они сейчас нам помогут. И курятник почистят, и коровку подоят, и помидорки засолят. Прохор, а как же мы, интересно, так быстро справимся-то, а? А легко и просто, ты погляди, у каждого ведь здесь человечка на шее повешен волшебный мешочек с крупами, с солью, с мукой. Так. Итак, команда... Прохор, ты давай-ка посчитай, насколько нам команда надо поделиться. А сейчас вот мы посчитаем, подожди. Итак, одну секунду, ну-ка, это у нас так, как получается, это прибавим, от 8-150 вычтем, и таким образом у нас получается 4 целых команды. Ого, 4 команды? Ну, да. Давай-ка, Прохор, итак, поделим. Thank you.
друзья мои. Вас всех рады видеть мы. Не один приехал я, вот Снегурочка моя. К вам пришлось нам прилететь, чтобы чудо посмотреть. Деревенька, загляденье, чудеса до удивления. Все нарядные, веселы, все румяны и бодры. Здравствуйте, ребята! Ой, Дедушка Мороз старенький, не слышу ничего еще раз. Здравствуйте, ребята! Молодцы! Дед Мороз, тебя мы ждали! Одевались, прибирали, все к приезду твоему. Дальше я потерял рифму. Я и Дедушка Мороз привезли гостинцы в пост. Будем петь и танцевать, вместе Новый год встречать. Вот я смотрю, дети такие нарядные, веселые, а танцевать вы, ребята, умеете? Не слышу, умеете? А вот это мы сейчас с вами и проверим. Мы не с пустыми руками приехали, а танцы очень любим. Будете с дедушкой танцевать? Ну что ж, поставьте тогда нам веселую музыку. Ручки наверху! Я нужна! Поставим
Вынешь пирог и достанем из печи. Из трубы идет дымок такой приятный. Сковор-булочка живет возле леса у реки. По утрам печет пирог, он ароматный. Браво, молодцы! Ну как, Дедушка Мороз, понравилось тебе наше веселье? Дедушка Мороз! А вот нам по секрету рассказали, что ты все желания исполняешь. Это правда? Конечно, правда, конечно. Ничего себе! А мы с ребятами тоже желания загадали. И у нас для того, чтобы желания точно исполнились, вот такие волшебные мешочки у них висят на шейке. Ну-ка, покажите свои мешочки, ребята! А теперь, дорогие друзья, давайте-ка мы с вами снимем наши мешочки. Снимаем мешочки. Снимем мешочки и возьмем их в кулачок. Итак, помогаем друг другу снимать. Возьмем в кулачок мешочек. И сейчас мы в полной-полной тишине с вами загадаем самое-самое заветное свое желание.